Сельские школьники Карагандинской области поборются за призовые места на Олимпиаде Мыңбала. До 24 марта идет прием заявок. Проверить свои знания смогут ученики 5 и 6 классов. Главное условие – последние два года они должны учиться в сельских школах Казахстана. Светлана Фарина расскажет подробнее. В Казахстане стартует один из крупных и значимых проектов – Национальная олимпиада Мыңбала. Это первый масштабный проект, который проводится исключительно среди сельских школьников 5 и 6 классов. В этом году он проходит во второй раз. Только за прошлый год количество участников достигло 295 тысяч человек. Это более 4 тысяч сельских школ по всей стране. По результатам олимпиады определены 1000 победителей. Победители олимпиады получают возможность обучаться в лучших школах страны, а также доступ к дистанционной академической поддержке. Олимпиада состоит из двух этапов. Первый включает в себя оценку логического и пространственного мышления. Тестирование проводится в онлайн-формате. 5000 учащихся, набравших наивысший итоговый балл в разрезе регионов, переходят на второй этап олимпиады. На втором этапе участники проходят компьютерное тестирование на оценку академических знаний по математической грамотности, казахскому языку для учащихся на казахском языке обучения, русскому языку для учащихся на русском языке обучения, английскому языку и естествознанию. Так, победителям проекта, обучающимся в 6 классах, есть возможность получить гранты в школах для одаренных детей. Это лицеях БЛИМ «Инновация», Республиканской физико-математической школе и специализированных школах ДАРН, согласно квоте, установленной законодательством Республики Казахстан. Для призеров, обучающихся в 5 классах, предусмотрена предметная подготовка в онлайн-школе «Бірге оқу» Академии Елбасы. Главное правило для участия – кандидаты последние два учебных года должны обучаться в сельских школах Республики Казахстан. В олимпиаде также разрешено участвовать учащимся 6 классов сельских школ, которые принимали участие в олимпиаде в прошлом году. Если говорить в разрезе нашего региона, то в прошлом году в олимпиаде приняло участие 170 детей – 5 и 6 классов. Победителям, окончивших 6 класс, предоставилась возможность продолжить обучение в лицеях БЛИМ «Инновация» и в школах ДАРН согласно квоте Министерства образования и науки. Сегодня 15 учащихся успешно продолжают обучение в специализированных школах для одаренных детей. В этом году мы ожидаем, что количество участников вырастет до 3500 детей. И большая часть из них войдет в 1000 лучших победителей проекта «Мыңбала». Для участия в олимпиаде необходимо заполнить форму регистрации участника на сайте 1000бала.елбасыакадемия.кз до 24 марта. Напомним, по итогам олимпиады прошлого года 41 школьник из сел Карагандинской области вошел в число 1000 финалистов. Все они получили возможность обучаться в специализированных школах. Еще 83 ученика получают знания в онлайн-школе «Бірге оқу». Светлана Фарина, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5 канал.